промплощадки на странице глянцевого календаря. Что из этого получилось, можно судить уже сегодня. Фонд «Я женщина» ПАО ММК презентовал календари на 2018 год. Его главными героинями стали сотрудницы флагмана «Черной металлургии России», а компанию им составили символы будущего года – породистые выставочные собаки. Страница за страницей, месяц за месяцем, модели нового корпоративного календаря, они же работницы различных цехов и подразделений ПАО ММК, сейчас впервые увидели глянцевые страницы с собственным изображением. Признаются, ждали этого момента с замиранием сердца. И вот, наконец, дождались. Первый опыт фотосессии профессиональный. Нам было очень интересно, как это все будет проходить. Почувствовали немного себя звездами, потому что вокруг столько внимания, и прическа, и мейк. И потом все это в профессиональной студии происходило, и все это было на таком высоком профессиональном уровне. Компанию 13 новоиспеченным моделям, две из них сестры-близнецы, составили титулованные чемпионы, выставочные четвероногие питомцы. От щенков таксы и биглей до взрослого 80-килограммового алабая. Будущие символы наступающего 2018 года. С мартом месяцем поменяли собачек, шпиц ушел на март, а вот такие замечательные круглые бишоны пришли ко мне. Здорово, конечно. Я очень люблю животных. У каждого месяца своя мини-история и главная дата. Порода января – псовые борзые. Символ России, открывающий кинологические выставки. Февраль отражает День защитника Отечества. А следом – воздушный март, игривый апрель и расцветающий май. Мы проснулись, мы радуемся лету, мы радуемся солнечному дню. Вот. Интересная, конечно, фотография получилась. Ну и вообще поучаствовать в таком проекте тоже было очень интересно, необычно, непривычно. Но все получилось на высшем уровне. Собаки были все послушные, приятные, мягкие. Поэтому, думаю, справились все замечательно. И съемка прошла легко. Судя по образам, действительно, фотосессия прошла на одном дыхании. Как признается ее организатор Марина Сергеева, все это результат слаженной работы. При отборе из 200 пришедших на кастинг девушек ни параметры, ни внешние данные роли не играли. Искали некую схожесть с питомцами и заранее придуманными образами. Четко сработала команда профессиональных парикмахеров и визажистов от Веры Лихобабы. И уже в фотостудии все так же было расписано по минутам. Собак привозили вовремя, никакой суеты и нервов. Проделана большая работа, и теперь остается самое приятное. К Новому году раздарить и распродать календари, спрос на которые, кстати, постоянно возрастает. Лимитированные издания, потому что, ну, качество, достаточно большая цена, конечно, мы за это платим. Вот, 400 штук, мы понимаем уже четко, кому они будут отданы, все расписано буквально вот по каждому экземпляру. Ну, и опять же, да, вот, кто приобретает календари, тот помогает деткам нашим тяжелобольным. С фонда «Я женщина» ПАО ММК, то есть копеечку идут на лечение, на медикаменты, которые, собственно, приобретаются за этих средств, мы их отслеживаем. Вот, вот так вот. Приятно и с полезным совмещаем. Фонд «Я женщина» также выражает огромную благодарность за помощь в создании календарей «Жемчужин ММК-2018» Союзу молодых металлургов и Управлению информации, общественных связей и рекламы ПАО ММК. Игорь Гурьянов, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.